какой-то редкий пойти, если честно. Я пока не знаю. Ну, может, пойти что хочешь. Тем более сейчас 9 часов ночи. А в такое время выходит как раз самый движ редких поездов. То есть, может, повезет, а может и нет. В общем, переезд он закрывается. Сейчас поедет поезд. Либо пассажирский, либо грузовой, либо ремонтный. Один из трех, в общем. Вот машины останавливаются, как мы видим. Сейчас будет ехать или DS3, или VL80S из редких, или AS1A. Ну, что-то из трех этих. Хотя, может, и пройдет обычно через 80 пассажирских. Может, и VL80, да? Ну, кто знает. Увидим, в общем. В общем, я увидел, что поезд едет не оттуда, а оттуда. Будем ждать. Вот он уже появляется на горизонте. Сейчас я ближе. Вон там, как мило, вон едет поезд. Сейчас мы увидим, что едет. ЧС-4. Новинка. Новый плацкартный вагон поехал в конце. Прикольно. Сейчас будет открываться. Должен. Может, с второй стороны есть. Вот тут участок двухпутный. Хотя нет. Все-таки не едет с другой стороны. Вот открывается уже. Сейчас второй будет открываться. Открывается.